Ну что, начали делать белковый канди. В Молдавии начинается засуха. Пчелы не виноваты. Сыплю 1% сухое молоко на сахарную пудру. Одна часть сухого молока. Вот имейте в виду, что если сухое молоко такое вот, сейчас, как бы коричневое, что ли, то это 1% обезжиренное. Если поможу так, все равно перемешивать. Если оно беленькое, красивенькое, сухое молоко, то оно жирное. А нам нужно обезжиренное, чтобы не портить кишечник пчел. И 1 часть сухого молока, 3 части меда. Вот оно на водяной бане греется. И 6 частей сахарной пудры. Как-то так. Как-то так выживаем в период изоляции COVID-19. Удачи всем!